хочу показать небольшую розочку Флорибунда. Сорт называется Garden of Roses. Растет она у меня второй год. В прошлом году как-то она незаметно процвела. А в этом году было очень много бутонов. Очень красивые цветы. Я люблю такие квартированные. Все цветочки находятся над кустиком. Он у меня небольшой, компактный. Листва очень здоровая, темно-зеленая. Из вот таких персиковых бутонов раскрываются розовые цветы. Держатся они очень долго. Вчера я обрезала цветы, которые уже отцвели. Они держались неделю. Но они здесь такие вот розовые и выгорают до белых. Держатся на кусту и просто увядают. Роза очень приятная. Хотя вот есть вот такие точки. Ну, сейчас туманы. Конечно, светлые розы портятся. Но в хорошую погоду цветы очень приятные. Очень рекомендую эту розу. Увидела ее как-то в другом видео на одном из сайтов на YouTube и обратила внимание, что у меня тоже есть такая же роза.